Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Жилье эконом-класса теперь будут называть стандартным. Такое предложение высказал министр строительства и ЖКХ страны Михаил Мень. Он попросил застройщиков больше не использовать этот термин в своих проектных декларациях и рекламной продукции, сообщает ТАСС. «Нигде в мире доступное жилье не называют таким термином», – ответил глава Минстроя. По мнению экспертов, которые приводит большой портал недвижимости, смена названия в данном случае не более чем словесная манипуляция и приведение понятия к более привлекательному виду. Дайджест недвижимости. Кировчане стали брать больше ипотечных кредитов. Это связано с понижением процентной ставки, сообщают в пресс-службе регионального отделения Волговятского управления Банка России. За год процентная ставка снизилась на 0,4 пункта и, по данным на первый квартал этого года, составила 11,9%. За первые три месяца этого года кировчане взяли 2280 ипотечных кредитов на сумму в 3 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. На начало апреля 2017 года жители региона должны банкам за ипотеку свыше 37 миллиардов рублей. Просроченная задолженность составляет менее 1% от этой суммы. Дайджест недвижимости. Прокуратура выявила нарушение при капремонте. На жилых домах по улице Горбуновой, 10 и Кутшо, 7 в Кирове после ремонта появились трещины в швах и отслоилась краска. Так как по жилищному законодательству при проведении таких работ предусмотрен 5-летний гарантийный срок, сотрудники ведомства вынесли представление подрядчикам об устранении нарушений, сообщают в областной прокуратуре. Переделать ремонт компаниям «Альфа Капитал Строй» и «Спецмонтаж Строй» придется за свой счет. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.